Аплодисменты, друзья! События. Пройдя по территории семи стран, пламя мира объединило людей разных национальностей и возрастов с желанием укреплять мир, дружбу и взаимопонимание. А спорт, пожалуй, самое универсальное средство для достижения этих целей. Флаг, который мы чествуем сегодня, будут украшать победные пьедесталы предстоящего спортивного события. Организационного комитета и дирекции вторых Европейских игр, я сердечно поздравляю вас всех с этим замечательным событием. Мы к нему готовились и шли планомерно, можно сказать, 8 лет. Сама идея Европейских игр зародилась на белорусской земле. В 2011 году, во время заседания исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов, наш президент, глава государства Александр Григорьевич Лукашенко выдвинул идею о том, что Европа осталась и остается до недавнего времени единственным континентом, на котором не было своих континентальных мультиспортивных соревнований. Что вторые Европейские игры дадут нам возможность вспомнить, какая страна у нас есть, какая у нас она цветущая и процветающая. И уверен, что вот эти вторые Европейские игры для всех нас оставят свой положительный отпечаток. Наталья Гилах, майор милиции, участница летних Олимпийских игр 2000 года в городе Сидней, также бронза. Александр Павловец, белорусский футболист, защитник клуба «Торпедо Белас» и молодежной сборной Беларуси. Артем Савенко, один из основателей компании «Киномо». Герман, белорусский певец, телеведущий и композитор. Сегодня состоялся поистине историческое. Сейчас состоится торжественное награждение факелоносцев. Награждение проводит первый заместитель. Награждается Григорий Пысюк. А мы не забываем поддерживать бурными аплодисментами наших факелоносцев. Награждается Борис Исаченко. Эстафету по гостеприимной Брестской земле.